Всем добрый день, добро пожаловать ко мне на кухню, с вами Виктория. Сегодня приготовим вместе шоколадный бисквитный торт. Это один из самых удачных и простых рецептов домашних тортиков, которые прекрасно подойдут как на праздничный стол, так и просто к чаю. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления бисквита нам понадобится сахар, яйца, какао, молоко, растительное масло, мука, крахмал, разрыхлитель, сода, щепотка соли, ваниль или экстракт ванили. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миску выбиваем 3 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза. Вот этого будет достаточно. Добавляем сюда 2 чайные ложки экстракта ванили и 80 мл растительного масла без запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. И еще раз недолго перемешиваем миксером. Слегка подогреваем 180 мл молока в микроволновой печи. 100 грамм крахмала добавляем в 150 грамм муки. Все хорошо тщательно перемешиваем ложкой. Сюда же добавляем 1,5 чайные ложки разрыхлителя и 0,5 чайной ложки соды. И еще раз хорошо перемешиваем. И теперь постепенно начинаем просеивать сухие ингредиенты в ранее замешанную массу. И добавляем половину молока. Все тщательно перемешиваем миксером. И снова добавляем оставшуюся половину муки и оставшееся молоко. Просеиваем 50 грамм темного какао. Какао обязательно берите не сладкий, хорошего качества. И все аккуратно перемешиваем миксером до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. Вот такая консистенция должна получиться у теста. Посмотрите, оно стекает ленточкой с лопатки. Подготавливаем формочку. У меня форма диаметром 24 сантиметра. Форма у меня разъемная. Я ее смазываю сливочным маслом. Выливаем тесто в форму. Форму немного пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух. И отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-45 минут. Чтобы тесто не подгорало, сверху его можно накрыть фольгой, либо пергаментной бумагой. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухая. Даем бисквиту немного остыть и затем извлекаем его из формы. Посмотрите, какой красивый получился у нас бисквит. Я ему даю отлежаться несколько часов, затем разворачиваю и с помощью ножа и нитки сначала убираю шапочку и затем разрезаю бисквит на 3 равных коржа. Коржи получаются очень красивые, ровные, с приятным шоколадным цветом и вкусом. Приготовим крем. Я буду готовить крем-чиз. Для этого нам понадобится всего 4 ингредиента. Это темный шоколад, любой сливочно-творожный сыр типа Филадельфия, жирные сливки и сахарная пудра. Шоколад ставим в микроволновую печь растопить короткими импульсами. Затем все хорошо тщательно перемешиваем и даем шоколаду остыть до комнатной температуры. В другой емкости смешиваем сливочно-творожный сыр 300 грамм и 150 миллилитров жирных сливок. У меня сливки 30% жирности. Добавляем 50 грамм сахарной пудры. Сначала все немного перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до полного загустения. Затем постепенно добавляем остывший шоколад во взбитые сливки со сливочно-творожным сыром и перемешиваем миксером. Взбиваем до кремового состояния.
Крем получается густой и очень хорошо держит форму. Вот такая консистенция. Собираем торт, подготавливаем подложку, смазываем ее немного кремом и сверху выкладываем первый корж. И обильно пропитываем его пропиткой. Пропитку я готовлю из воды, сахара и добавляю немного экстракт ванили. Полное количество ингредиентов для пропитки я вам оставлю в описании под видео. Сверху на корж выкладываем примерно половину крема и немного разравниваем по всей поверхности. Сверху выкладываем следующий корж, также пропитываем пропиткой. Выкладываем вторую часть крема и все немного разравниваем. И сверху выкладываем последний третий корж. И смазываем торт по бокам оставшимся кремом. Немножко подравниваем. И в таком виде убираем торт в холодильник хорошо пропитаться. И пока приготовим шоколадную глазурь. Для этого нам понадобится шоколад, сливки и сливочное масло. 100 мл жирных сливок выливаем сверху на 150 грамм шоколада и добавляем 40 грамм сливочного масла. Отправляем в микроволновую печь растопиться короткими импульсами по 30 секунд. Затем достаем и все тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Посмотрите, вот такая шоколадная глазурь должна у вас получиться. Даем ей немного остыть. Сверху на блюдо выкладываем решетку. Ставим торт и сверху поливаем шоколадной глазурью. Немного помогаем, разравнивая. Далее из шапочки от коржа я сделала крошку и по бокам присыпаю торт крошкой. Можно украсить торт совсем по-другому, делайте все на ваш вкус. Посмотрите, какой красивый, замечательный получился у нас торт. Получаются такие шоколадные бисквитные торты, очень сочные, очень вкусные. Шоколадный крем, шоколадный бисквит, шоколадная глазурь – это просто шоколадное наслаждение. Сейчас я вам отрежу кусочек и посмотрим, какой торт получился внутри. Получилось очень-очень вкусно. Приготовьте и попробуйте и вы. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Как всегда, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.